И снова всем привет! Друзья, я сегодня снова с женой, с Мариной и Ричардом приехал на металлокоп. Приехали мы в это же место, где и в прошлый раз нашли вот эту здоровенную находку. Марина нашла. Вот. Мы уже походили с металлоискателями, поискали металл. С самого начала, как мы только приехали, я не снимал. Но у нас уже есть находочки. Смотрите. Вот, значит, это то, что мы так быстренько пробежали здесь. Так вот, полоски какие-то, проволочки, обломочки всякие, видите? Мелочевочка. В общем, всякая. Но самое-то главное, ребята, вот смотрите, какая пика. Самое-то главное, ребята, я нашел опять лопату. А лопата всегда приносит удачу. Так что сегодня удача на нашей стороне должна быть. Вот мелочевка, вот, вот. И вот такой вот еще пруд. В общем, это находочки не все. У нас вот там вот в лесу, мы пошли туда, в общем, пошли в лес. На гору туда забрались. Также и ходим с металлоискателями. У меня там небольшая кучка металла. И у Марины. Представляете, Марина опять нашла здоровенную находку. Она, конечно, не 150 килограмм весит, но все равно она большая. Сейчас, в общем, мы пришли немного попить чаю, отдохнуть немножечко. А потом я обязательно вам эту находочку покажу. Вообще, во! Ребята, ребята, друзья мои, все прекрасно, погода сегодня отличная. Приехали металл копать. В общем, все супер. Все, друзья, сейчас мы будем пить чай. А потом я обязательно включусь. Все, давайте. Так, ну что, сразу давайте Риченьке дадим сушку, а то ходит, просит. Так, я его уже напою. Держи. Держи, иди сюда. Иди сюда. Так, оп. Во-во, держи. Молодец, молодец. Так, ну что, ребята, сейчас мы... Как-то видео, да, начинается с распития чаев. Ну, рабочий день. Ну, в принципе, ладно, мы уже покопали, я вам показал немножечко. Всем привет, я еще не здоровалась. Да, да. Сейчас мы быстренько, буквально сейчас глотнем чайку. Да, пойдем снова копать металл. Находка, конечно, у Марины тяжеленькая опять. Такая нормальная, хорошая. Я обязательно покажу. Так, ну что, у меня есть с собой, как обычно, я набрал еды. Взял я помидоры, огурцы и яйца. В общем, я хочу есть помидоринку. Как я вам и говорил, сейчас осень. Трава, правда, еще не совсем легла, но осенью будет больше металлокопа. Потом ходим, копаем металл. Интересно, затягивает. Ну да. Держи рисушку. Давай, оп. Молодец. Так, ребята, ну все, мы чайку попили. Смотрите, нам какой предстоит подъем на гору. Давай, Рича, заходи, забирайся, забирайся. О, видите, Ричард пошел, запрыгивает, запрыгивает туда. Давай, Рича, к тебе иду, давай, пойдем, пойдем. Другого подхода нету, приходится, опа, подниматься в эту гору именно здесь. Так. Опа. А там вот у нас уже и найден весь металл. Давайте пройдем. Вон там, видите, какой крутой подъем вообще. Вон там внизу машина. Так. Вот она уже, Маринина находка уже здесь. Смотрите. Вот здесь вот Маринина находка. Вот. Вот она, поглядите. Видите? Это, не знаю, то ли труба какая-то, то ли что. Вот.
Сейчас я буду ее вытаскивать. Ну а вы смотрите. Так, вот это вот. Давай. Блин, какая тяжелая. Обалдеть. Бляха, опять не поднять. Да что такое? Нет, я тут сейчас подниму. О, бляха, никак. Прикиньте, ребята, никак. Может, там, конечно, что-то не дает. Опа. Сейчас немного подкопаю. Посмотрим. Честно, даже не представляю, что это такое. О. Обалдеть! Что это, бляха? Фух. Не, ребята, я это брать точно не буду. Это какой-то снаряд. Смотрите. Да ну его нафиг. Поглядите, какая ерунда. А вдруг это и правда снаряд? А? Страшно. Фух. Блин, не знаю даже, что и делать с ней. Что-то я когда выкапывал, не думал, что такое увижу. Думал, вообще труба какая-то. Она какая-то целиковая вообще. Короче, она очень тяжелая. Но я не знаю, что с ней делать. Честно, я прям в замешательстве. Так, ладно. В общем, буду я пока решать, что это, что с ней делать. Я не знаю, ребята, кто из вас знает, что это такое? Видите, я вот как бы не знаю. Вот здесь какой-то болт вкручивается. Видите, она какая. Короче, не знаю, страшно мне. Прикиньте, правда, снаряд. Я честно не знаю. Что-то как-то не хочется мне такое забирать с собой. Честно. Как будто бы заплюснуто что-то или срезано, сломано. Блин, ну я не знаю. Короче, ребята, честно, не знаю, что это. Блин, я, конечно, не знаю. На снаряд не особо, мне кажется, похоже, но... Блин, странная вещь, короче, честно. Сейчас пробуем в интернете посмотреть, что такое. Ну, блин, вообще, фиг его знает. Вот там вот... Меня вот смущает вот этот вот болт. Вот этот вот. Почему он туда закручивается? Может, у снарядов правда не бывает этих болтов или что это? Я не понимаю, как. Короче, она очень тяжелая, она целиковая. Честно, не знаю. И вообще, примут ли ее у нас на приемке вообще. В общем, ребята, мы пока не знаем, что делать. Пусть, в общем, она пока тут полежит. Давайте мы пройдем туда вперед. Я вам покажу, какие находочки у меня были. Вот, да, Марина, какие находки-то ищет вообще. Тяжеленные, блин. Но вот с этой, конечно, непонятки какие-то у нас произошли. Ладно, все, давайте. Не буду затягивать видео. Пройдемте туда, к моим находкам. Так, ну вот, значит, ребят, смотрите, мои находочки. Так, вот кусок проволоки. Так, значит, арматура некрупная. Еще кусок проволоки. Вот проволока. Значит, дальше. Смотрите,
вот такие вот металлические пластинки. Вот. Вот такая вот кривая какая-то, изогнутая вся. Вот это вот, я не знаю, что-то с резьбой внутри. Ладно. Вот такая вот деталюга. Так, потом, значит, смотрите, вот такая, не знаю, кусок, ну, кусок пластины. Уголок. И еще кусок пластины. Вот такие вот у меня здесь находочки. Хожу вот здесь вот по лесу. Дорогу вот там вот видно ее, но тоже большой склон. Вот, не знаю, может когда-то, конечно, тут дорога была, но это, наверное, очень-очень-очень давно. И неправда это может быть. Вот, ну, в общем, все, тогда ходим, ищем металл. Пока с той находочкой я не определился, что с ней делать вообще. Ну, знаете, там видно, она, короче, целиковая, и видно, что там она обломана. Может быть, это и правда не снаряд какой-то, а что-то от тяжелой техники, какая-нибудь деталь. Там, потому что еще болт на конце. В общем, не знаю, я, наверное, думаю, что я ее, скорее всего, заберу, наверное. Она, конечно, весит больше полтинника, это однозначно, мне ее приподнимать очень-очень тяжело. Короче, не знаю, потом, конечно же, я попробую ее сдать. Посмотрим, что скажут на металлоприемке. Все, ладно, будем дальше ходить искать металл. Не переключайтесь, смотрите. Все, давайте. Все, ребята, пришли мы к машине, принесли весь металл, который нарыли. Вот такая вот у нас, в общем, небольшая кучка получилась. Плюс шланги с прошлого раза я не забирал. Также пробежался, наковырял немного грибочков, насобирал лисички, подберезовики, три штуки. Вот, значит, смотрите, я эту херовину, снаряд не снаряд, скинул сюда, она не взорвалась, значит, это не снаряд. Вот он лежит. Я не знаю, что, забирать, не забирать его. Заберу, наверное. Пусть будет, что. Он весит килограмм, наверное, я думаю, 60, а может даже и 70. Я его так-то оторвать-то от земли оторвал. Но тяжелый. Вот, значит, сейчас, наверное, тогда поднесу его к машине. Ну, не знаю, надеюсь, это не снаряд. Ребята, мы переехали с Мариной на другое место. Там больше делать нечего. В общем, смотрите, ходим, пока что сигналы есть, но попадается оплетка от кабеля, в общем, неинтересно. Короче, пришел, смотрите, тут лисички растут. Вот лисичка, вот там лисички, вот, вот лисички везде, короче. Мои любимые грибы. Поэтому я сейчас сбегаю за пакетиком, грибочков пособираю. Вот, а Марина пока ходит с металлоискателем. Место, в принципе, такое интересное, но вообще ничего нормального, короче, не попадается. Ладно, побежал я за пакетом, хочу лисичек собрать. Так, друзья, у меня сигнальчик. Смотрите, здесь какая-то железка. Сейчас посмотрим, что это. Ага, кусок машины, наверное, кузова, не знаю. В общем, жестяночка небольшая. Так, сюда ее. Фух. Вот, друзья, вот такой трос. Потом его покомпактнее сверну, скручу, чтобы в багажник залез. Фух, ладно, пойду дальше искать. Фух, что-то я упарился его вытаскивать. Фух. Вот, друзья, вот так вот компактно я его смотал, этот трос, с помощью Марины, конечно. Марина мне помогала. Вот, все, наверное, тогда будем мы на этом наш коп заканчивать сегодняшний. Результат получился, конечно же, не очень большой. Если бы с той штуковиной, которую мы нашли, как я подумал, что это снаряд, было бы, конечно, намного интереснее. А так у нас, так, в мешке
так по мелочи. Ну, не знаю, с тросом, может, килограмм 50 наковыряли. Ну, и та находка килограмм 60. Так что сотку там мы сегодня нашли. Вот, вот Марина еще проволоки притащила небольшой. Так что все, друзья, на этом наш коп закончился. Что будет дальше с этой находкой, вы обязательно об этом узнаете. Ребята, всем привет. В общем, сегодня второй день. Я приехал за этой чудо-находкой. Короче, я вчера ее не стал загружать, вот этот, как я говорил, то ли снаряд, то ли что. Но, в общем, вчера посоветовался, поспрашивал так у людей, у знакомых. Меня разуверили. Короче, мне они сказали, что это по-любому не снаряд. Да и, в принципе, я так думал, что это не снаряд. Ну, не похож. Он формой похож, но все равно там, она же, снаряд должен быть под конус, правильно? Там с обратной стороны никакого болта, по идее, не должно быть. В общем, так, значит, дело в общем так. Значит, смотрите, я сейчас ее загружаю. Вот, загружаю ее. Потом, значит, едем мы с вами на приемочку и сдаем весь вчерашний накопанный металл. Ну вот, смотри, мы копали. Все. Встретимся с вами на приемочке. Или по дороге на приемочку. В общем, ладно, буду я грузить эту вещицу. Весит она килограмм 60, я думаю. Так, ребята, давайте я приподниму ее, покажу, как это вообще ее приподнимаю. В общем, бляха. Вот так вот. Короче, она, да, больше полтинника однозначно, потому что полтинник — это мешок с цементом, а мешок с цементом я легко поднимаю. А тут все-таки, ну, я не знаю, 60-70 килограмм, я не знаю. В общем, находочка вот так вот, крутая. Сейчас загружаю, еду на приемочку. Все, давайте. Что, насколько сдам, все вам расскажу и покажу. Друзья, едем на приемочку сдавать металл. Еще по пути заехал в гараж, взял алюминий, который у меня был. Заодно и алюминий сдам. Так, металл также по 15 рублей. В общем, ладно, все, ждите результат. Обязательно расскажу и покажу, сколько заработал. Итак, друзья, сдал я металл и сдал я алюминий, который загрузил в гараже. Значит, смотрите, получается так. Металл я сдал на 130 килограмм. Металл по 15 рублей. Так, алюминия я сдал на 10 килограмм. Я думаю, он, наверное, рублей по 50 у нас. Что-то я забыл спросить. Ну, в общем, ладно. Итого я заработал 2350 рублей. Так. Я считаю, это нормально. 2000 не лишние, как говорится, да? Поэтому я так-то, в принципе, рад. Сама вот эта вот находочка наша с Мариной, Марину, которую нашла, большая. В общем, весит она, я ее отдельно не взвешивал, но по моим подсчетам, примерно она, наверное, весит килограмм 70-80. Тяжелая такая штука. Вот, ну и, в принципе, все тогда на этом. Буду сейчас я заниматься, в общем, своими делами. Значит, ребята, друзья мои, ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал. А еще нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых роликах. Все, друзья, будем с вами прощаться. Всем желаю счастья, здоровья, удачи. Главное, не болейте. Почаще отдыхайте. Ну и все. До новых встреч. Всем пока.